Извержение вулкана Синмоэ на японском острове Кюсю 1 февраля сопровождалось взрывом и двухкилометровым выбросом горячих камней и пепла. Ударная волна докатилась до соседнего города Кирисима. 180 оконных стекол в зданиях не выдержали мощного взрыва. Один человек получил ранение. Я услышала взрыв, потом ощутила гул, как при напоре ветра. Вместе с пеплом Синмоэ извергал обломки горных пород. Раскаленные камни при падении вызывали небольшие лесные пожары. Очаги возгорания тушили местные спасатели. Около 400 жителей поселка Такахару вынуждены покидать свои дома. Некоторые уже двое суток находятся в эвакуационном центре города. Больше всего меня беспокоит, как вернуться к привычной жизни и работе. Я волнуюсь за своих друзей. Даже не знаю, что сказать. Нам очень тяжело. Местным жителям приходится ежедневно собирать вулканический пепел, который продолжает спускаться на жилые районы. Мы ничего не можем поделать, но по возможности важно сметать пепел, поскольку он продолжает скапливаться. Синмоэ является одним из нескольких активных вулканов горной цепи Кирисима. Первое извержение вулкана в этом году произошло 27 января. В результате горячим пеплом и камнями были засыпаны несколько городов и поселков на юге острова Кюсю. Вулканологи предупреждают, что могут последовать еще более мощные извержения. Существует также опасность схода лавы. Подобную активность Синмоэ проявлял в последний раз около 300 лет назад.